Обидно, обидно, теряют мяч. Два очка. Есть такое дело. Прекрасную передачу отдает Нин. Скидка неплохая была, но не увенчалась успехом. И снова Гаранин. Три. Ой-ой-ой-ой-ой, Петр. Он любит. Красный пас. Обидно, обидно, не завершает Бондаренко Артем. Подчищает, подчищает за ним. Позиция для броска. Так, внезапно мячик выкатился. Я не обратил внимания, но 2 очка Джорджия зарабатывает в очередной атаке для себя. Но сейчас у них скамейка запасных забита почти до отказа. А вот у Чироки Чифс все гораздо лучше с этим. У них там чуть ли не 2. Кирует этот мяч под кольцом. Как же круто сыграл третий номер Джорджия. Из угла 3. Абсолютно один остается. И пик-н-ролл разыграл. 2 очка есть. Пока за набор очков у Чироукич. А на разминке такие прекрасные данки забивал. И трехочковые. Прям очень круто. Карцев. Ну, на опыте, на опыте. На опыте, Валерий. Разбирается защита и Джорджи. Вроде бы команда очень, так сказать, молодая, но безумно потенциают. Хорошее движение. Так, борьба под кольцом. По средней дистанции забирают. Забивает все-таки. Интересно будет посмотреть. Крак! Роман. Так, все внимание на Михаила. Первый там. Итак, Джорджия. А нет, уже не Джорджия, Чироуки. Левый. И очень грамотно корпус поставил и завершает. Еремин. Хорошее движение. 2 очка. Еремин, молодец. Чуть-чуть единолично. Ну это пас прям. Еремин, 2. Молодец, молодец. Выгрызает все-таки этот мяч и 2 очка зарабатывает. Валерий. Подчарников. Есть такое дело. 2 очка в быстром отрыве забирает. Рыжков прекрасную передачу нашел. Ну, сколько я его видел. Так, всегда мини-шорты такие от Under Armour. Первый там. Рыжков с места. Не очень. Очень не очень, говорит товарищ судья. Я согласен полностью. Штрафные бросочки. Второй забивает. Валерий. Очень так, знаете, как Бондаренко Артем бросал. Ереми. Со СТБК очень круто было. Первый там. Первый там. Три с получения. Не точно. Есть такое дело. Забивает. Очень эмоционально. Соболь. Владимиров! Up and under. Какой красивый забивает. 2+1. Прекрасный проход. И там. 3 очка в одной атаке.
Наоборот, все шире и шире играть. Карцев находит. Находит. Адыков назад. Они еще спят. О, Еремин, молодец. Ну давай, трешечку. Мне кажется, что все с фаворитами в этой встрече являются Джорджа и Гаранин. Холодно я вот сегодня в шортах, в толстовочке приехал, и мне меня прям было хорошо, на работу ехал, с кайфом, такси вообще прекрасно. Поэтому пишите, какие у вас сегодня планы, что будете делать. Семнадцать зрителей с нами сегодня. И забивает штрафные броски. Семнадцать. Снова атаку. Ух ты! Ну вот это да, Евтюхин. Очень круто. Владимиров первый там. Владимиров первый там. Рыжков забивает первый. Скажем, тютелька в тютельку идут команды. Второй там. Но... Чаровки и Еремин под кольцо! Ну вот это да, 11 номер. Доказывает. У Карцева, кстати, уже 4 персональных фала. Отличный проход. Соболев Александр. Пас под кольцо. Неплохо. Блокшот. Есть такое дело. Рыжков. Не сумел. Не сумел. Из угла три. Есть такое дело, забивает Новиков. Молодец. Новиков себя проявил в этой последней атаке Джорджи. Как Джаред Аллен. Сейчас только что закрутился. Что? Закрутился мячик в кольцо, когда за Бруклин еще выступал. Есть такое дело. Владимиров. Два из двух. Еремина убрала. Очень круто, молодец, молодец, да, Андрюша поставил спину, подбор забрал, очень. Нельзя делать так, сделать ставки на одного игрока команды. Гущина прекрасно убрала, флоутер! Дарья, молодец. Это может стоить победы команды. Гущина, два. Рыжков, молодец, увидел, отдал. Молодец, наконец-то. Такая важная трешечка и такой важный момент. Кушнарев Игорь сейчас бросал и два очка. Гущина! Два! Снова туда. Гаранин! Блокируют его. Гаранин повелся. Забивает. Да, молодец. А вот и Рыжков. Мухобойник Рыжков. Мухобойник Рыжков. Пущена 2. Есть такое дело. Доволен Матвей. Но мне кажется, уже все. Забивает 2.
После быстрого... Продолжают Чироуки как-то бороться. Есть, супер.